А у нас ослабление урона сейчас срабатывает, когда он нас бьет. Ты посмотри, он разносит нас просто в щепки. Ого, ребята, вот это противничек попался. Ой-ой-ой. Ах, не дотянулись немножко, ребята, надо добить. Кровотечение нам очень сильно помогает. И победа! Да ладно! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть в Shadow Fight 3! Всем привет, дорогие друзья! Ну что же, наши бои продолжаются, и сегодня мы должны все-таки одолеть сержанта. Ой, конечно, должны, ребята, мы прокачали доспехи, у нас новая шапка! Да. Новенькая немножко, да, у нас обновилась. Тем более у нас сейчас, смотри, появилось кровотечение. Мне кажется, это крутая штука. Конечно. Даже конечно. С Джун практически все здоровье ей вынесли на тренировку. А оно восстанавливается. Смотри, мы прям как рыцарь с таким, я даже сеткой какой-то, да? Да, давай откроем сундучки наши и посмотрим, может быть, что-то годненькое прокачаем, хоть немножко еще наши доспехи. Нет, ничего годненького не выпало, ребята. Очень жаль. Сундук надо поставить открываться. Да. И продолжаем. Сундук у нас открывает сейчас... как он этот? Эпический. Редкий сундук, ребята. Сундук. Редкий сундучок поставили открываться. Но что хорошее там будет. А сейчас поедем сразимся с сержантом. В прошлый раз мы, к сожалению, не смогли его одолеть. Сегодня постараемся со всей силы, со всей мощи. Да, ребяшки, будем стараться, побеждайте. А что из этого получится, вы увидите прямо сейчас. Да, ребята, вы ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Итак, начало вроде неплохое, но мы помним, что вот эта вот его первая версия не такая уж интересная. Самый смак идет, когда он превращается в свою теневую вот эту вот... Да, ребята, это, конечно, мощно. Слушай, какие-то дебафы мы ему вешаем постоянно. А у нас кровотечение, понимаешь? У нас новый, кстати говоря, баф мы не рассказали. Это кровотечение мы накладываем на противника, и его здоровье потихонечку... Это карточка нам выпала, да? Да, карта такая выпала. Точно, точно, карта выпала. И теперь в тени, ребята, самый важный и сложный бой. Да, вот он уже начинает нам показывать класс. Начинает показывать, но мы отходим, ребята, тактику знаем. Вот сейчас его можно было атаковать, но он агрессивную стратегию. Вот сейчас вот, опа, не даем. Сейчас вот, мне кажется, он сейчас пойдет. И о, поэтому... промазал, ты видел как, а? Да. Обходим его, ребята, обходим. И сейчас он будет кидаться. Нет, ой, не бросился, вот это был. Бросился, очень больно, ребята, опа. Очень больно. Отбиваем вот так его. Вот. Слушай, сейчас пойдет, наверное. Нет, не пошел. Давай бей. Ой-ой-ой, это было зря. Ох ты, слушай, как ой, удачно. Ой, как хорошо. Удачно увернулись, я ребята. Я от молота увернулись. И значит, можно наскочить на него вот так вот. Назад отпрыгнуть. И бам, тебе по голове, вот, дружище. Вот это был хороший удар, ребятки. Кровотечение. Кровотечение. Ну, слушай, прокачанные доспехи, конечно, дают о себе знать. Мы прям тащим. Да, реально. Надеюсь, что сейчас и третий раунд будет таким же удачным. А для этого нам нужно вот так вот начать. Ой-ой-ой, ну ладно, даже... Ах, как жалко, что нельзя его одолеть вот с этим вот, с его проходом, сейчас, да? Сейчас будет бросаться и не попадает. А мы сразу напрыгиваем, кровотечение накладываем. Ну что ж, ох ты ж... Ах, смотри, защиту нам понижает, получается, да? Или себе понижает так. Защиту? Не-не-не, я даже не знаю, кому. Мы, наверное, понизили ему защиту. Нет, он как-то нас бьет, у него защита понижается. Такого ах, раньше ты, не слушай. Было. Вот так? Сейчас защита понизилась. И это, наверное, из-за того, что он нас, в нас попал, мне кажется. Ох, слушай, у нас новая способность, а я что-то... Оу! Опа, зря, да. Зря все использовали. Ну что поделаешь, надо выбираться из этой западни, ребята. И он тоже шипы врубает. А мы на него наскакиваем, еще какой-то баф срабатывает. Ох ты, смотри, не смогли. Ох ты, слушай, ты видел, как уклонились так неплохо? Ну, слушай, мне кажется, он попал немножко, нет? Да нормально, смотри, что мы делаем, сейчас напрыгнем на него. Ой-ой-ой. Ах, не дотянулись немножко, ребята, надо добить. Кровотечение нам очень сильно помогает. И победа! Да ладно! Должна была быть победа, но он шипы применил ногой. Выносим его, ребята, и побеждаем в этой нелегкой битве. Отлично, ребяточки, вот так вот сержанта можно одолеть. Дрянь, не желаешь принять достойную смерть, но тебе все равно ждет трибунал. Тебе не удалось ничего добиться. И Джон говорит, мне удалось вырваться, нам надо бежать, пока они не опомнились. Отлично! В столице нас встретят, а там уже и до дворца недалеко.
Шикарно, ребята, мы бежим, правда, победив. Непонятно, почему победили и бежим. Но у нас 4-й уровень, и это круто! И мы, по всей видимости, переходим во 2-ю главу, наконец-то. Смотри, нам сейчас наверняка что-нибудь выпадет. Ага. И может отклонение. Вот, кстати говоря, отклонение. То, что у нас постоянно загоралось. Вполне возможно. Опа, смотри, лабрисы аж как подскочили, хотя мы их не используем. Лабрисы 200, да, ребят, неплохо, неплохо. Ну, хотелось бы что-то лучше здесь получить все-таки. Слушай, мы в дуэль не играли давно, может, в дуэльки сразимся, сундучков чуть-чуть поднакопим себе. Слушай, давай, я сейчас, знаешь, что хочу предлагаю? Открытие главы 2 редкие, смотри, у нас есть карточки, давай посмотрим, что здесь выпадает вообще. Давай, глава 2, ребятки, редкие карты и... Смотри, много. Смотри. Ух ты, смотри, крестьянский доспех, какие-то новые, да? Уровень 5, правда, нам нужен. Золоченый, ребята, доспех. Нунчаки. Неплохо. Классно. Неплохо, ребятки. Крутящий момент, это прием, редкий спецприем написано. Парные, смотри, парные сабли. Сабли, ребята, это крутые сабли. То, что нужно, надо их сейчас быстренько испытать. Тем более, они получше нашего копья, и я думаю, что они будут тащить. Нам пока что нечего вставить. Смотри, у нас, в принципе, лабрисы даже самые мощные. Ничего себе лабриски, как у нас подлетели. Ну что ж, давай в дуэли попробуем. Испытаем сабельки, конечно, в сабельки. Дуэли. Я даже не знаю, как тактику применять, какую именно, но... Попробуй. Ух ты, 620 у противника. Рейтинг, он гораздо сильнее нас. О, смотри. Ну, в этом и будет весь смак, ребята. Он тоже с саблями, но с какими-то другими. Не-не, мне кажется, с такими же. Опа, опа. Отлично. Слушай, а у нас, понимаешь, торнадо. Ой, ты посмотри, какой он безумный урон нам наносит. Ничего себе, ребята. Противник явно мощнее нас, и здесь даже особо ничего не предпримешь. Ну, давай попробуем, давай что-нибудь сделаем. Ой, да, вообще невозможно, он нас выносит. У нас, понимаешь, у сабель нет ни одного приема. Да, приема нету, ребят, но я видел какое-то восстановление здоровья. Это у противника оно, что ли, было? Ну, да, походу, делаю. Опа. Подкат. Бросочек. Слушай, да, у него восстановление здоровья, это же имба-тема. А у нас ослабление урона сейчас срабатывает. Ты посмотри, он разносит нас просто в щепки. Ого, ребята, вот это противничек попался. Надо еще разочек себе подыскать противника по душе, да? Ну давай посмотрим, только я думаю... А то мы сабли. Нет, сабли так и не испытали даже. Не знаю, мне сабли, честно, сейчас вообще не нравятся. И давай попробуем с копьем. С копьем, мне кажется, будет поинтереснее. Да ну, сабли пободрее, мне кажется. А у нас нет приема ни одного для сабли. Понимаешь? Ну, ничего страшного. Ну, как ничего страшного? Мы не сможем ими нормальный урон наносить. А это очень важно. Здесь есть у нас наскок, очень крутой прием. И также мы сюда кровотечение можем ставить. Ну да, в принципе, да, это хорошо. Это хорошо, ребятки. Копье, конечно, прокачанное дает о себе знать. Давай, дуэлечка, посмотрим, кто у нас здесь. 560 о, тоже. О, ну, слабенький противник получается. Ну, тот был, а у нас сильнее. 494 сейчас. О, ну, смотри, с копьем должен же затащить. Смотри, какой у него прикольный шлем. И шест у него прикольный. И да, шест какой-то у него прям рыцарский, ребятки. Так, атака пока что хорошо проходит. Да, вот все-таки, вот чем мне нравится вот это вот оружие. О, смотри, а урон он неплохо с разворота-то. Ну, конечно, нанес. Он же выше нас уровнем, ребята, и мощнее. Палочка так. У него такая бодренькая тоже, хочет отходить. Смотри, так, он тоже так сейчас будет использует, способность, да? У него. А мы все равно наскакиваем и вот сбиваем, я сбиваем, просто... сбиваем, ребята, способность. Так, 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 так. Наскок, да? То есть у нас есть способность. Не даем. Наскок. И можно в тень уходить, ребята. Хотел он что-то там сотворить неистовое, но мы ему не дали. Так, ух, ну ты, что, защита. Дружище? Слушай, защита. Опа. У него пока понижена, надо было дамажить. Ну, слушай, это нелегко сказать. Так взять и прям задамажить. Бам! Хорошо, а вот сейчас вот... Напрыгиваем, кровотечение и добиваем. Отлично, ребята, отлично. Но здесь противник чуть-чуть послабее. Хотя вот это с саблями, я думаю, нам бы тоже задал жару. Я думаю, да, все равно бы он. Даже несмотря на то, что копье у нас было, очень активный был. Очень активный, ну-ка. У него, наверное, способностей много в саблях. Ой! Смотри, как он хорошо нам дал-то сверху прям. Бам! Слушай, вообще неплохо. О, ослабление урона было. Вот так вот, то, что нужно, ребята. Еще раз прыгаем на него. И кровотечение было. По ногам. С разворота. Еще раз можно по ногам дать ему, а он присел как раз. Еще и хэд-хит получился, ребятки. О, бежал, круто. Слушай, хорошая тактика. Да, молодцом. Прям, знаешь, не растерялся. Он разбили ему теневую способность. Дальше прессингуем. Дальше, ребята, не даем ему спуску, а он все-таки делает захват. Захват сильный, между прочим. Да.
Так. Ох, как хорошо, подловили его. И практически чуть-чуть осталось, ребятки, у нас вот так. Один удар, и противник повержен. Противник Эндрю просто не ожидал, мне кажется, такого натиска, несмотря на то, что у него по уровню он гораздо выше нас. Да, ребята, и скоро мы уже на дан... Ох, редкий сундук выпал. Прекрасно, прекрасно. Можно даже поставить, а у нас уже один стоит, да? Да. Я предлагаю открыть еще один... редкий. Ну давай откроем, посмотрим. Мы заработали денежек немножко. Посмотрим, монеток, что и... здесь у нас выпадет, ребята. Может быть. Ух ты ж, на тебе, Гуандао Стражника. Это крутое копье, ребята. Но на шестом уровне. На шестом уровне. Ну слушай, два уровня осталось. В принципе, не так. Чешуя дракона. Эпический доспех, ребята. Повязка, но она нам не нужна. Крутящий момент, редкий спецприем. Спасибо большое. И кимоно ученика. Ну вот в экипировку сразу переходим и одеваем вот это эпичное. Да, доспех. Чешуя дракона, ребята, красивейшая из тремя. О-хо-хо! Реально? Прям под восточные сабли подошла бы. Да, на самом деле с восточными саблями очень круто бы смотрелось. Да, но... красивая, ребята, чешуя. Будем играть, прокачиваться, ребята. А вы следите за нашим каналом, не пропускайте наши видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами была команда Нитол, ребятки, всем спасибо, пока! Пока!